Сегодня было принято решение и какие дальнейшие действия? Сегодня в судебном процессе, проходящем в Саратовском областном суде, было принято решение отменить постановление Волжского районного суда об изменении Рубинштейна Дмитрия Александровича, ранее постановленного решения об изменении условного срока осуждения на реальное лишение свободы, было постановлено освободить Дмитрия из-под стражи. А чем суд руководствовался? Ведь прошлое решение было основано на том, что он якобы нарушил условия уголовного наказания. Суд руководствовался тем, что в ходе вынесения решения Волжским районным судом были допущены многие процессуальные нарушения. В том числе в решении не был указан даже защитник. Также суд руководствовался тем, что Рубинштейн Дмитрий Александрович был надлежащим образом не осведомлен о судебном заседании, соответственно, не мог защитить свои права. Также в ходе судебного процесса к рассматриваемому делу были приложены ходатайство прокурора Ленинского района о возбуждении судебного следствия по вновь открывшимся обстоятельствам в Ленинском районном суде. А какой в дальнейшем механизм действий? Ведь бумаги суда могут идти долго. Судья лично пообещала, что документы факсимильной связи будут направлены в органы исполнения наказаний, и Дмитрий сегодня же будет освобожден из-под стражи. Спасибо.